седьмой серии сериала «Сердцебиение» вы узнаете о том, как несчастный случай, произошедший с Мехметом, шокирует Эйлюль, а Лиасаф оказывает ему первую помощь, а вмешательство Синана в лечении вводит ситуацию из-под контроля. Бахар изменился после того плохого случая, что произошло с ней, и это радует и всю больницу, и Алиасафа, а Сулейман и Синан все жестче сталкиваются с Зинуняном. Эйлюль еще раз сталкивается с отцом, которого она похоронила в прошлом, и недовольна тем, что он вновь пошел в ее жизнь. Алиасаф впервые в больнице проводит операцию на голове одному своему пациенту-спортсмену, и это вызывает большой интерес медицинского персонала.